Видел, какая, блядь, у них каша была? Каша, нахуй, это каша даже. Рис, блядь, плавающий в слизи, нахуй. Это все космическая плазма какая-то, просто да. Пиздец. В слизи, вот, вот эта штука тоже в слизи. Да, точно. Фоловерам надо рассказать. Hello, my dear фоловеры. Вы знали, что когда Денис Калашников напьется, он превращается либо в Кал Денисиков, либо в Дениса в Калашникова? Skywalk. Это за вчерашние пельмени. Бабурики, бабурики. Вещи Кал Денисикова лежат, греются на солнце. Даже в отеле курит у них, везде курят, блядь. Давеча книжку про хамон нашел. А, нет, это хомес. Хомес книга. Блядь. Обман, обман, блядь. Хамон тебе. Китайская подделка про хамон. Тут даже книжки не настоящие. Байджарху. Байджарху? Байджарху. Что это такое? Байкал. А вот этот иероглифы маленькие.
Ну ладно, давай. Здравствуйте! Пальцем больно, говорят, да? А вот сейчас расскажешь. Thank you.
сорвались с Денисом Калашниковым на какой-то комик-кон по левым билетам, по чужим. Ходим, смотрим. Как-то будем пить. Лицо получается размытое. Я тоже думал. Ну можешь перчатки одеть, если хочешь походить. Чудесанька.
А я не знал, Вячеслав, что вы так будете. Блять, слава богу, хоть я один забрал. Да а ты меня попросил дать, блять, у меня. Я тебе дал свой, положил сверху, блять. Они выпали. А так они нормально лежали. Есть еще билеты? А ты спроси, зайди вот один, спроси, есть еще билеты? Ты здесь тогда у нас, подожди. Мы через 3 часа выйдем. Мы можем на перекурах тебе выносить что-нибудь попить. Наверное. Спроси, через... Шаби. Сам шаби. Шаблю. Егермейстер, ё-моё, все, пиздец, сейчас у меня как крышу ребята снесет и начнется веселуха. Давай, Сёл. Давай. Thank you. Нашли с Денисом сигареты наконец-то. Но one more пачка. Сейчас найдут еще. Пацана попросили не суетиться для нас. Вон камеры тебя снимают, смотри, скрыт камеру. Выбор сигарет.
Вот в таких вот продуктовых магазинчиках можно найти сигаретки, ребятки. И Дениса Калашникова. Мир. Колян бы сейчас рубанул тут. Манюта вообще бы ебанул нахуй. Не мантинте, а та худа. Покажи, сотен. Why you don't come here? Come here. You are my bro. Friday, Saturday. You are my bro. You come here. Ты ж по-русски говоришь, говори по-русски. А, я... Русский, не хорошо. Давай, братан. Сяду синти, next week. If you come here, you text me. I'm fine, everything's good. Because I walk here. You walk here? Yeah. Давай, сделай мне WeChat. Давай. Блять, ну заебатый клуб, ребята, заебатый клуб. Это первый заебатый клуб, в котором я в Китае нахожусь. Drink it! Fuck it! Drink it! Fuck it! Yahoo! Иха! Next week, Zajar. Куда ты Колян? Бука, Колян, Сэм. Сэм. Э, давай. Чё не приедет? Чайнис. Ганбэя. Ну типа ё, блядь. Ганбэя. Красавчик, красавчик. Давай, ганбэя, он говорит. Ганбэя. А чё дал? Пей водку, пей водку. Ганбэй. Ганбэй. Пуканбэй. Суи. Суи. Yeah! I am Russian today. Both of you. Давай. This is a real black man. This is a real guy, bro. I want to be a black man. I'm so happy to meet you. Все, ты теперь брат, блядь. Ты брат, я тебе отвечаю. Воу-воу-воу-воу-воу. Ты, блядь! Иди, у вас не было, блядь! Блядь!
подойду. Так наоборот, лучше чистую голову оставить здесь, а нет, то вот так я не хотел. А то просто толпу пьяных отправить, это тоже не вариант. Нет, пойдем. Его тут все заканали, его тут его серьезно посмотрят. Who are you? Женя! Welcome to China! You are not drunk. I am not drunk. Why? Craft beer. He is drunk. I am hard man. Okay. Yeah. Good night. See you. Yeah. Собираемся, выселяемся. Едем на дачу к Тоди. Все, фест закончился. Другие приключения. Мальчишка, он голенький валяется. Дискоденсер ночного Китая, блядь. Я, короче, внизу. Выходи, ключ взял. Пойду сдавать пока. Здравствуйте! Здравствуйте! Гамбей против. А вы знали, дорогие фолловеры? Фолловеры, правильно. Фолловеры, извините. Это новый что, MC Дениска Феминиска. Слава больше не повар, он Слава секс. Люблю тебя. Это Дениска Феминиска. Секс машина. Китаец, будто всему Китаю отсосал. Как ощущение? Все хорошо. Как тебе это ощущение? Отлично. Надо всегда с собой дебилов в поездку брать. Трех или двух? Ну, он тогда перестанет снимать, если я еще и про него скажу. Навязывает мне сегодня все. Короче, опять что-то курил, блядь. Так ты вчера у меня сигареты прям брал. Ну я взял сигареты, чтобы это Серёге дать, короче, такой, потому что легкий. Взял, ну то есть я закурил, и Слава такой, дай-ка, берет такой, а ничего, легкие? Дай мне пачку. Я ему пачку дал. И он курил весь вечер. Вот видишь, о тебе позаботился. Нормальный домик. Ну, спальник.
Маджонг. Это кровати. Кровати топятся. Смотри, вот сан. Я не рублю. Най, най. Фа. 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 Это сильно сложная игра для нас. Лучше в картишке. В дурачка вот выиграем, чем в маджонг. А пить где, в машине давали? Охота на котика. Копеечки ходил сам делать? Да, мы хотим нам только дайте дрова. Мы сами это. Пиздец, это я утону, если 1.8. Ты плавать не умеешь. Да. Бесполезный. Где-то яма какая-то есть. Да. Можно и не утонуть при такой глубине. Есть, короче, по-моему, в Штатах, что ли, у них, короче, солдатов тренируют. Такая у них есть тема. Тебя кидают в бассейн, там, 4-метровый, со связанными руками и ногами. Тебе нужно, короче, там, продержаться 2 минуты, типа, в таком духе. Что делать, типа, как быть? Ты пытаешься барахтаться, и от этого начинаешь тонуть еще больше. Нужно надо просто расслабиться. Надо идти от обратного, да, расслабиться, выпустить весь воздух и нырнуть до дна. И оттолкнуться, и вот так ты будешь качаться хоть, блядь, час. Их учат так, типа, нестандартно подходить к решению вопросов. В этих критических ситуациях, да? Да. Чтобы не нервничал человек и начинал думать, что делать. Угу. Здравствуйте. Как года 3 назад, наверное, ее, по-моему, здесь повешали. С того года, вот дыр. О! Флава! 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 Ты знаешь, кто это вообще такое? Это походу какой-то. Короче, на версии. Пиздец, еще такие. Прикольный пупсик. На моего кореша похоже. Сейчас ебанемся за камеру. Не, он не добрый. За камеру. С добром.
GoPro. This is very nice. I see you take everywhere. Yeah. Видео блог. А, влог. Землетрясение. Все рыб дрочит. Рыботрясение. Концовочку, раз. Победила дружба. Странная яичница, пиздец. А, пилит, да, опять же. Ну и морская рыба тоже есть. Байкальский омуль — это фейк? Нет, то есть омуль есть братский. Его сейчас нельзя продавать байкальский. По рекам. Его из Байкала. Нет, я знаю, но я имею в виду, что байкальский омуль — это же классика. Ну, это можно также сказать, короче, что есть братский омуль. Не-не-не. Просто он у нас раскрученный больше. Байкальский омуль из посольска можно. Посольский омуль продают и ловят. А это район Байкала, на мелководье, где там... Ну, есть место, где можно ловить. А просто вот у нас нельзя ловить, допустим. То есть штрафанут вот. Ганбей протим. Ой, блядь, простите. Что, вчера так нагамбейлись, так что... О, против. Против, окей. Иди сяу. Ты курочку ешь? Different product, different, the same taste. Yeah. Yeah. I bring you to eat. Ризотто привезли. О, вот this они, one. Смотри, креветки эти маленькие. Я так говорю, гамарус наш. На рыбалку когда едем, мы таких же берем коробками. Подкармливать. Самая вкусная вещь у рыбы — это щеки. Вот здесь у них мышца есть вот эта. Помнишь, это самая вкусная хуйня у рыбы. Щеки этого ели. Щеки рыбы. Группера. Группер. Мы, короче, съели всю рыбу, да. И уже такие, типа, все, убирайте. Официант подошел, такой, вы что, дебилы? Вы забыли съесть щеки? Это кабаджоу, да? На нем очень много мяса. My cat is very smart. Very smart. And he don't do this. Wow. I don't know how, but he never С трупами нет. Это картошечка. Вот это вот фигня, когда немножечко они. Maybe they have another one. No, the same one. Типа пивко. Перелом позвоночника в трех местах, смотри. Ну, не ковыряйся. Я не ковыряюсь, я так делаю. Да ладно.
Я видел тебя по фалангу, прям захуяй. Да? Вот так вот. Собачки. Я не жопу снимал. Жопу ты снимал. Давай поговорим об охране жоп собак. Давай. Что тебя возмутило? Меня возмутило, что человек старше 30 считает интересным идти за собакой снимать жопу. Это была не жопа собаки, а просто песика сзади снимала. Это была просто жопа собаки. Вот видите, там, где я вижу собаку, там, поговорим. Где жопа собаки, это значит, что там жопа собаки. Я не виноват, что собака, она вот такая. Я снимал ее в спину. Ты снимал ее жопу, чувак. Ты снял так она... жопу собаки. Просто жопа собаки. Ну, вы поняли, да? Лиса. Ты что, опять бухой? Страйкбол русский против китайцев. Здравствуйте, а что у вас в багажнике? А, вот что, оружие в багажнике. Может, у вас там еще и наркотики есть? Сейчас будем китайцев расстреливать. Этим же не больно будет, да? Да, не больно. Не больно? Да хуя раз получал под кожу шарики, они под кожу тебя загнали. Если типа пушка норм, она под кожу выгоняет. Боевая куртка даже. Chinese free. Вова, Вова. Они нас поубивают все нахрен. Они-то по-любому играть умеют. I am your father. Ну, короче, это так страшненько немножко, но угарно вообще. Надо в Иркутске что-то возобновить. Мы раньше постоянно в пинбол играли, короче. Это икра голубой рыбы. Вы знали? Продается только в Китае. Не вышибите никому глаз, пожалуйста. One, two, three! Все. Ты-то за американскую армию выйдешь. Я диверсант вообще. Уже сейчас только выйдем, а я пацанов сейчас раз и все. А ты за кого? Я за родину. За родину. Главное, не стреляйте в военных операторов, это в меня. Пляши, сука. Да, не... Пляши, сука, я сказал. Ты не в кроссовке, пляши, они же белые. Пляши, пляши, блядь. Counter-Strike. Terrorist win. Terrorist win.
Я военный оператор. В меня нельзя стрелять. Гамак, это же моя слабость. Вы чё, можно ж на гамаках поваляться. Стрит тут райончик, гамаки вообще. Это опасная какая она. Сука. Падение произошло, блядь. Больно. Сука. Пиздец, блядь. Еще не начали играть, а я уже уебался с качельки. Поэтому, наверное, сегодня такие игры это не мое. Тогда первый тур мы защищаем, вы атакуете. Сяопен, а флаг-то где? А? Флаг где? У нас. Ну атаковать сложнее, я вам скажу, чем защищать. Not too close. This distance is okay. Не очень больно. Сами не жалко. А где этот пакетик? Если убили капитана. You go. Я follow you. You follow me? Follow you. You follow me, I follow your team. Okay. Все, жестокие игры начинаются. Тади Жуши расстрелял. Сарямба. Что, теперь вы защищаете? Dream Team с победой. Вот, 8-964-736-41-02. Съемка с двух рук. Военное время. Обращайтесь, ребята, если что надо будет. Сяо, не прячься только за меня.
Последний раунд, решающий, 2-2. Тоже выиграет Россия или Китай. Прикольно, прикольно. А ты сыч. Hey bro! Hey! Hey bro! Look here! Come on, fuck me, man! Fuck me! Военное время, блядь. Надо осторожней быть. Hey, bro! Hey, bro! Да-да-да, там поправо, смотрите, я, блядь, много разбуячил. Ты это на стекле разъебался? Можно прикрыть просто и все. И считай, не попадут. А у нас, Вова, ты босс, да? Нет, Женя. Ну, там нормальный. Ее ни разу и не убили. Вот, залетели когда сюда, да? А если бы я был боссом, мы бы все время проиграли. Потом мы наступаем. Женя, little босс. Давай иди право, там меньше людей. По правую сторону иди просто вот так, больше радиус бери, поражение. Кто, кстати, это, кого поразили, последняя игра, автомат, если с пулями, идем и отдаем человеку, кто остается еще живой, то есть отдать. Да мы и так и делаем. А, ну все. Да, понятно. И прям не это, не рожок, а автомат кидаешь и все, так проще, можно с двух ебашить. Сорян, камера села, на одну будем снимать. Только не прячься за меня. Слава, красавчик, убил одного. Они слева. Нет, от меня. Вы что-то, пацаны, как-то это, стреляете прям не метко. Вон чувак в красной кепке, прямо перед тобой. Его снять вообще как нехуй делать. Прямо от, где вот, да. Он в тебя метится, если что. Вон, он выглядывает. Он в тебя сейчас будет метить. Их там, Слава, трое. Бля, только не меня. По левую руку от тебя они там прячутся в лесу. Блять, тут говно коровье. Ребята, вы что, тут повар один воюет? Вот, слышишь, где стреляет? Короче, тади джиши там. О, их там уже забирают. Повар идет! А, это! Тади прямо вот, куда ты стреляешь, он выглядывает. Он идет, Слава, лево! Красавчик, Слава, красавчик! Не рискуй, их там трое! Я же тебе говорил, не рискуй. Дай сниму коленки твои. Я тебе сниму коленки, к тому же нет. Окей. Да, окей. Хардмен. Даем, фу. Тут с двух рук ебошит. Тади бежит. Ура!
3-2, победили китайцы. У них преимущество, они воюют на своей земле. Battery is low. Okay. Слетело, что не снимал? Я снимал. Они там подлетают.来吧，照完了，都来了，都来两张，来这二十张，photo， 一二，请塔兔 硬邦邦，哈哈哈哈哈哈。о, так-то хитро. Лена, смотри, как надо делать. Вот, раз. Там просто вот здесь, вот, там прям дырка. Ну там вот одна глубоконькая воткнула, остальное уже как бы херня. Копилочка. Чао. Это голубая радужная форель. Что, Денис, скажете про военное время России и Китая? Было тяжело. Но мы справились. И мы проиграли. Было тяжело, и мы проиграли. Типа проиграли же, да? 3-2. Теперь придется там Дальний Восток отдать. Респект! Thank you. Thank you. Местный? Он такой, видимо, хозяин.
Да вы циркач? О, батьки! Он на вот раз им нравится, надо побольше кидать. Может, мы пока избушечку-то попробуем? Просто чтобы она как раз сейчас туда-сюда, и будет нормально. Хорошо. Сейчас съешь яйцо, добавь яйцо. Это хуй наело. Сейчас горят Володя у тебя. Я уже дожигаю. Раньше был теннисный стол, но я так и не научилась вот эту штуку. Резать? Ну. Тоже. Ой, пиздец, ребята, несчастье произошло. Очень такое несчастье, прям несчастье. Встретить Слониковой. Чувак не запарился по поводу друга. Переворачивай. Воу! Где зажигалка, да? Слава просто с сигаретами постоянно. Вот я не курю, видишь, кашля. Чего? Чего? Ты его ебаешь. Смотри, сделал вот это.
Сейчас еще одно Все, Стики, да? Семки? Нет, блядь, клопы жарили. И хорошо, направо, просто. Молодой. Я иду, короче, вот, блядь, растворителем пахнет. Это так сложно. Через Яндекс можно узнать Чилин. Чилин, китайский волшебный дракон. Чилин. Чилин это один сын из того девяти сын дракон. Выглядит как лицо, выглядит тоже как дракон. На самом деле половину тела как лошадь. И тоже можно на нем кататься. И он обычно возникает в официальное место, где там вокзал, типа двор вот этих мест. Стадион, вокзал, двор, типа очень официальное место. Чилин. Чилин. Ну, Яндекс. Можно найти Чилин. Я через себя смогу. Ну вот так-то, блядь. Чилин. Дракон. Сын. Понятно вам? А в России, наоборот, вернее, говорят, что типа в Китае грязно, хуёшь-моёшь. А вот ты, пойдите к нам на вокзал, блядь. Ни одного бомжа, но одного видели, который деньги просил сегодня. И то чистенький, да, просто ёбаный. И то просил просто. У нас так люди некоторые выглядят, блядь, а тут бомж, да? По нему не скажешь, что он бомж.
Егор полезет на третью полку спать. Первый раз хоть в жизни прокатится выше всех. Так. 16-й вагон, 13-е место. Дальше, дальше. На улице, блядь, ёбана, покорёбана. Что, жрать мы в итоге не будем, потому что вы нихера не добыли, да? Китайский фраг – это 5 звезда. Смотрите, у них есть розетки везде, блядь. Щикотну, блядь. Сосисочки. Привет. Давай. Положил камеру оттуда. Слушай, тут так-то прикольно. Тут даже холодно. О, это как турник еще использовать можно. О, блин. А, привет, дорогие друзья. Фаловеры. Фало. Блин, какие фаловеры? Еще один неудачный дубль. Ну, всем привет, дорогие друзья. Фаловеры. А едем в славный город-герой Пекин и славного этого города-героя Чанчунь. Едем в плацкарте наверху, сильно наверху. А, третий, второй этаж у нас там, смотрите, вон Ленин китайский лежит, храпит. И внизу еще, короче, три ряда получается. Как его фаловеры смотрят, еще его. Okay.